В минувшее воскресенье отметил юбилей единственный в островном регионе профессиональный хоккейный клуб. Сахалинским «Акулам» 3 декабря исполнилось 10 лет. День рождения команда праздновала вместе с болельщиками на своем домашнем льду. На нем молодежка встретилась со сборной области. За игрой следила наша съемочная группа. Клуб в 2013 году основали владельцы спорткомплекса «Арена Сити». Это был первый на Сахалине крытый лед. Команда дебютировала на любительских соревнованиях. А уже в мае 2014 она вошла в молодежную хоккейную лигу. Сейчас в составе «Акул» 35 игроков, только 7 из которых – сахалинцы. Сейчас мы берем пополнение с юниорских команд. У нас две команды юниоров. Одни здесь – «Кристалл Сахалин», вернее «Кристалл». И вторая у нас базируется в Ступино. «Кристалл Сахалин» называется. Ну и оттуда питаем, кто там себя проявляет, стараемся здесь, подтягивать к работе. Летом и осенью в клуб приняли двух юных сахалинцев из «Кристалла». Перспективные ребята остаются в «Акулах» до 21 года. Островной клуб – единственный в молодежке сирота, шутят игроки. У него нет взрослого состава. Но им есть куда расти. Талантливые хоккеисты после Сахалина играют в командах континентальной лиги. Сегодня ребята из пополнения начинают игру даже не со скамейки, а за бортом. Старших товарищей они сменят спустя 15 минут. Коллектив очень хороший. Все парни старшие помогают. То есть тренеры тоже что-то могут сказать важное. В принципе, болельщики тоже очень классные. И все условия для того, чтобы играть в хоккей, здесь тоже есть. Планы связать свою жизнь с хоккеем. Большие пока что планы. И потихонечку в эту сторону идем. Важная часть каждого профессионального спортивного клуба – болельщики. По посещаемости «Арена Сити» – одна из самых заполняемых на играх МХЛ. Показатель всегда находится в районе 1000 человек. Сахалинские любители хоккея не пропускают ни одного матча дома, а самые влюбленные в команду выезжают и в другие города. На трибунах это всегда самая яркая и громкая группа зрителей. Они уверены, игроки видят и ценят их поддержку. Нам очень нравятся наши игры. Очень эмоции такие насыщенные. Много нервов надо тратить. Прям нравятся игры сахалинских «Акул». А почему? Чем нравятся? Они такие, эмоционально. Можно и поплакать на играх, когда немного проигрывают. Повеселиться. Просто самые крутые, можно сказать. Матч в честь юбилея закончился со счетом 8-5 в пользу «Акул». По словам представителей команды, праздновать и расслабляться им некогда. Уже в среду она встретится с подмосковными русскими «Витязями». Клубу предстоит большая работа, чтобы улучшить положение в таблице чемпионата лиги. Сейчас команда находится на 7-м месте в серебряном дивизионе Западной конференции. Дмитрий Зелинский, Алексей Вершинский, Илья Назаров, Солнце ТВ.